Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня с вами канал ННТВ и Gold Fitness. Меня зовут Татьяна. Сегодня мы займемся силовым тренингом с элементами функциональной тренировки. Проработаем максимум мышечных групп. Немного устанем, пропотеем. Я надеюсь, что вы готовы. Будем начинать? Итак, встаем стопы на ширине тазовых костей. Чуть согните колени. Подкрутите таз, напрягите пресс, раскройте грудь, опустите к полу плечи, потянитесь макушкой вверх, глубокий вдох, поехали, вдох, выдох, еще, полные легкие воздуха, ладони к низу, круг плечом назад, медленно, собираем лопатки, отводим назад плечи и ускоряемся в два раза чаще, назад, назад. Ладони перед собой, раскрылись, округлились. Работаем грудной клеткой, поясницу стараемся не прогибать. Ладони ушли к бедрам, работаем поясницей. Вдох, выдох, вдох. Покажу боком, только спина. Круглой спиной выросли, руки перед собой, скручивание право-лево, право-лево. Таз на месте, ягодицы сжаты, бедра напряжены. Добавь удар рукой в сторону, выдох. Выдох. Отлично. И доворот бедром. Стопы чуть шире плеча. Разворачиваем бедро на носок. Выдох. 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 Отлично. Ладони к низу, круг плечом назад отсюда. Вспоминай. Прямой локоть. Вес тела со стопы на стопу. Отлично. Колено по одному вверх. 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 Бедро к животу. Колено к груди. Ладони к колену. Захлёст по одному, пятка к ягодице. Колено направлено в пол, спину в пояснице не гнем, руки вдоль корпуса. Колено по два, два, два. Ладони сверху вниз. И подышим. Марш, вдох. Еще. Сейчас чуть динамичнее разомнемся. Колено вверх по одному. Вверх, шаг, шаг, вверх. Шаг, шаг. Еще. Колено. Три. Три. Два. Один. Шаг, шаг. Еще. Я добавляю удар. Со мной. Кик. Шаг, шаг. Кик. Добавь подскок. Прыжок. Вверх. Вверх. Если по состоянию здоровья кому-то нельзя делать прыжки, остаемся на предыдущей версии. И только джамп, останьтесь. Марш, подышим. Вдох. Выдох. Еще. Тянемся, ладони к бедрам, стопы шире плеча. Пятка в пол, таз назад. Выпрямлена в лопатках спина. Только вправо, пульсом остались. Не забудь, спину не округляй. Постарайся свести лопатки. Разворот вправо, сзади стоящее колено к полу, пружиним. Мягко-мягко вниз. И разгибаем оба колена. Вверх, вниз, вверх, вниз. Наверху, стоп, левый шаг к себе. Ладони к тазу, выпрямили спину. Пульс прямой спиной к прямой правой ноге. Внизу, стоп, ладони за стопу. Опусти носок к полу, округли спину, приподнимись. К центру, шаг влево, пульс только влево. Остались, пульсируем. Не забудь, лопатки собраны. Разворот влево, сзади стоящее колено к полу. Отлично. И внимание, разгибаем оба колена. Вверх. Вверх, на себя левую стопу. Наверху стоп, правый шаг к себе, ладони за спину. Пульс вперед-вниз, собери лопатки, выведи грудь. Внизу стоп, ладони за стопу, застыли. Три, два, опусти стопу круглой спиной вверх. Разворот к центру. Можно сделать маленький глоток воды и переходим к основной части. Итак, стопы на ширине таза. Чуть согнули колени. Подкрутили копчик, напрягли пресс, колени немного в сторону, напрягите ягодицы, садимся, вдох вниз, таз назад, бедро к параллели с полом, вес на пятки, будьте внимательны, пятку не отрываем,
Выдох, поднимаемся вверх. Не забудь, поясница без прогиба, без округлости. И чуть скорее. Смотрим на спину, на колени. Колени не должны складываться внутрь, всегда в стороны. Три пружины, низко. Вниз, вниз, вниз. Вверх выросли, еще. И внимание, пульс только вниз, останься. Собери лопатки, отведи плечи к полу. Выросли, вдох, шаг правой стопой назад, ладони в замок, выпад, 2-2, вдох, выдох, опора на левой стопе, оба колена сгибаем под угол 90 градусов, не гнем поясницу, держим пресс сильным, меняем ногу, 2-2, вдох, выдох, старайтесь не ложиться на бедро. Но не садитесь как будто по стенке. Мы работаем под небольшим наклоном. Каждый счет. Еще, еще. Я здесь ближе. 4. Последний. Хорошо. Встряхни ноги. Сейчас сделаем небольшую комбинацию из силовых упражнений. Стопы на ширине таза. Вспоминаем присед. Садимся глубже. С прямой спиной. На выдохе при подъеме вес на левой ноге, делаем кик правой стопой вверх. Опускаем стопу, садимся вниз. И меняем сторону, с выдохом кик левой стопой. Движение из разминки, приготовьтесь. Вниз, правая вверх, вверх, глубже вниз, вдох, левая вверх. Чуть чаще каждый счет, вниз, кик, кик, удар, еще, следи за спиной. Отлично, три пружины. Вниз, 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 вверх. Глубоко. Снова медленно, 2-2. У вас все так же, следим за моими движениями. Вместо приседа делаю выпад. С левой также, сели. Кик вверх, выпад. И снова кик. Часто, поехали. Правой, вверх, назад, вверх, левой. Выдох, вдох. Отлично. И статика, сели, остались. Бедра напряжены, гореть должны. Дышим. Выросли. Встряхни ноги. Уходим к полу. Снимаем нагрузку с бедер, прорабатываем вверх. Опускаемся. Ладони точно под плечами. Колени на ширине таза позади вас. В пояснице нет прогиба. Нет округлости. Лопатки сведены, но не провисают. Держите спину. Отжимания с узкой постановкой рук. Вдох. Опускаемся вниз. Локти вдоль корпуса уходят назад к тазу. Грудью пола не касаемся. На выдохе прямой линии в спине. Разгибая локти, вырастаем. Вниз. Наверх. Вдох. Выдох. Три пульса внизу. Низко. Выросли. Еще. Молодцы, ложимся к полу, поработаем над спиной, ладони шире плеч. В локтях угол 90, большой палец направлен вверх. Опустите лоб на пол. Выдох, собираем лопатки, отводя руки в стороны. Предплечья параллельны полу. На вдохе мягко опускаем руки, не касаясь пола. Сводим лопатки и опускаемся. Выдох, вдох, еще. Старайтесь вытянуть затылок сзади. Отведите плечи назад. Работаем каждый счет. Вверх. 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 Линия предплечья параллельно полу. Три пружины. Вверх. 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 Еще. Вырастаем снова к отжиманиям. Будьте внимательны. Ладони точно под плечи. Локти направлены назад. Подкрутили копчик. Напрягли пресс. Вытянулись в шее. Вдох, опустились, выдох, выросли. Вниз. Следи за прессом, пупок не расслабляй, всегда подтягивай вверх. Три пружины, низко. 3, 2, 1, еще. Трицепс гореть должен, ниже опускайся. Выросли, молодцы, круглой спиной назад, потянись. Снова вырастаем. Последний блок сведения лопаток и уйдем на пресс. Опусти шею, расслабь руки. Предплечье параллельно полу. Локти 90 градусов. Вверх.
Вверх. Продолжай работу до сведения. Сжимай лопатки узко. Выдох. Вдох. Тройная пружина. Вверх. 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 Мягко вниз. Остался пульс только вверх. 4. 3. 2. Молодцы. Вырастаем. Ну что, перейдем к прессу. Опускаемся, ложимся на спину. Стопы в пол, колени согнуты, руки за головой, локти по сторонам, подбородок направлен вверх. Выдох, отрываем от пола лопатки, подтягиваем пупок к позвоночнику и, не напрягая спины, округляем поясницу. Вдох, мягко ложимся и опускаемся. При подъеме втягиваем пупок, напрягая пресс. Еще. Последний также. Ускоряемся. Следи за шеей. Между подбородком и грудью всегда одинаковое расстояние и наверху, и внизу. Поднимаем левую стопу носком на себя, пяткой в потолок. Правую ладонь вытягиваем кверху. Выдох. Подъем касания стопы. Вдох. Опускаемся. Руку за голову не складываем. Оставляем вытяжение. Каждый счет вверх. 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 Старайтесь держать колено левой ноги прямым. 3 пружины. 3, 2, 1. Вниз. Напрягай пресс по максимуму. Соединяй ребра и таз. Пульс только наверх. 4, 3, 2. Опустись. Поменяй ногу. На каждый счет. Поехали. Вверх. Вверх. Не напрягай шею, это важно. Правой рукой сейчас держи ее. Голова как на подушке. 3 пружины. Коснуться, коснуться, коснуться. Лечь. Пульс только вверх. 4. 3. 2. Ложимся. 2 ноги на весу. Чередуем правую и левую руки. Вверх. Вверх. Диагональ. Коснуться. Обе лопатки на подъем оторвать. Вверх. Ускоряемся, руки за голову не складываем. Вверх, вверх, выдох, выдох. Опустились, оставили бедра на весу, руки вдоль корпуса. Поднимаем таз от пола, выдох, пяткой толкаем потолок вверх. Вдох, мягко ложимся к полу. Короткое движение вверх и вниз. Обращаю внимание, инерция идет от низа живота, не от стопы, не от колена. Прессом работаем. Пульсом вверх зафиксировали себя. 3, 2, таз к полу. 2 ладони к 2 носкам. Финиш. Вверх, вверх, вверх. Пульс финальный. Пресс должен гореть до конца, до финиша. 3, 2, опустились. Молодцы. Скрестили стопы. Отдохнем, заканчиваем. Колени на ширине плеча, мягко покачиваемся вправо и влево. Добавляем круг в одном направлении, бедрами, крестцом. В другом направлении. Возвращаемся к центру. Подхватившись под одним из бедер, махом ноги вырастаем наверх. Ладони под бедра, плотный замок. Круглую спину оттягиваем назад. Здесь наша задача растянуть мышцы спины. Расслабьте их. Вдох, макушка вверх, вырастаем. Вытягиваем ноги в коленях, направляем носки на себя. Вдох, ладони вверх. Выдох, опускаемся в наклон вперед и пружиним максимально прямой спиной, с максимально прямыми ногами. Опускаемся глубже, спину округляем, ладони удерживают стопы. Либо голени. Круглой спиной тянемся назад. Захват отпускаем, макушка вверх. Принимаем любое комфортное положение. Тянемся в потолок спиной. Ладони вверх, вдох. Правый локоть согнут, левая рука сверху, голова в наклон назад. Мягко наклоняясь влево, удлиняем правый бок. Возвращаемся. Захват отпускаем, меняем сторону. Голова надавила назад, мягкий наклон вправо, снова к центру. Ладони позади в замок, собрали лопатки, опустили плечи и направили подбородок к груди.
отпусти замок, потяни шею, мягко вправо. Правая ладонь сверху, легкий нажим. Мягко влево. И подбородком груди, две руки сверху вниз, локти в пол. Мягко покачайте головой вправо и влево. Захват отпускаем, макушка ушла наверх. Закончили сегодняшний урок. Я думаю, вы зарядились бодростью, зарядились силами на весь этот прекрасный день. Несмотря на то, что мы все находимся дома, у нас есть возможность приобрести новые навыки, новые знания. У нас есть возможность не потерять свою форму.